будет смена и вообще вот эта тройка на площадку. Но успел три силовых приема. Бурдаков три выигранных вбрасывания из трех. В общем, тоже стараются, помогают как могут. И вот сейчас опасно здесь у ворот. И удаление заработали. Смолин заставил нарушить на себе правила. Или тут еще сейчас что-то будет. Это драка, между прочим, Иванюженков, Евенко! Иванюженков сохранил шлем на голове, в отличие от Олега Евенко. Так. Но этот шлем сейчас Иванюженкова, конечно, и спасает. Потому что Евенко здесь с солидным преимуществом выигрывает этот бой. Это даже интересно, что будет в плане штрафного времени дальше. Потому что так-то Витязь бы поиграл в большинстве. А там может быть... Ну, то есть, понятно, Иванюженков-Евенко — это драка. Ну, а что еще? Так, тут Шаров с Бурдаковым тоже собрались. Им судья покажет, да вы-то что, вы не надо. Вам вообще можно на Нобелевскую премию мира номинацию. А вот на Смолине-то было нарушение изначально. Это тоже Евенко? Или что? Еще-то удаление. Ну и вот здесь. Ну, Иванюженков, я так думаю, что он-то как раз-таки скорее начал, да? А вот это интересно. Была поднята рука арбитра вот до драки.